слабо? Смотри и учись. В общем, короче, дело такое. Идем за девушкой, которая выгуливает утюг. На просьбу ответить, как зовут утюг, не отвечает. Да, конечно. Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни, и кто были эти люди? Как вам сказать? Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим вам что-нибудь говорит? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла Афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу канди-бобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Это погоня за мопедистом. О, побежал, побежал. Да. Чувак, давай, мы за тебя. Давай, чувак, бегом. Так работает наша бравая ДПС. Они идут на все, лишь бы задержать преступника. Опасный нарушитель помогает себе левой ногой. Проталкивает свое средство передвижения. Молодец. Так, я чувствую, это победа. Это победа над правосудием. Нет шансов. Да, шансов просто... А нет, стоп. Продолжается преследование. Это вам не кухры-ухры. Я еще слышу звук мопеда, но уже не вижу его, к сожалению. Сейчас по кочкам, по полю поедет. Так. Все, не дальше.